Всем привет, это Agents of Vect, и у нас начинается серия роликов, батл-репортов с питерского командника, летнего командника. Да, он прошел уже довольно-таки давно, просто, к сожалению, только сейчас дошли руки до этих материалов, чтобы с ними разгрестись, разобраться. А я в этот раз участвую в команде Gachi Six. Да, то есть это, ну, типа Lucky Six у нас команда обычно называется, ну, теперь это Gachi Six. Вот, и у меня Дарк Эльдары, как обычно. Ну, в общем, мой ростер, скажу пару слов конкретно про него, все перечислять не буду, сам ростер находится в описании под видео, можете посмотреть, полюбоваться, а также заценить ростер оппонента. Скажу только вот самые-самые такие примечательные детали. Ну, во-первых, я решил замаксить вичей. Здесь у меня 40 вичей, 3 десятки и 2 пятерочки. Я соскреб вообще всех своих вичей с полок, но мне они нравятся, потому что спам вичей — это классная тактика. Простая, как лопата, но до того прикольная. Тебе одну десятку сбрили, у тебя еще, блин, в запасе столько. Вот. Значит, что еще примечательного? Да, у меня тут Real Space Raider Detachment. Почему? Я обычно эту темку не люблю, я разбиваюсь на патрули. Но тут дело в том, что на прошлом команднике у меня была лютейшая ошибка. Дело в том, что я в один из патрулей взял больше трупсы, чем нужно. Я там взял 4 трупсы, а в патруль всего 3 максимум влезает. Причем никто это не заметил на этапе проверки, это все пропустили. А я вот на это внимание обратил только тогда, когда вот этот конкретный ростер начал составлять. Батюшки, да у меня тут ошибка, так же нельзя делать. Вот, чтобы второй раз не попадаться на эти грабли, чтобы не остаться как бы со штрафом, да, не получить штраф за такой косяк, я уже решил как-то уже перекомпоноваться. Вот. У меня итого на 1, 2, 3, 4, 5 трупсовых чойсов чисто на вичах, да, то есть у меня батальон по Real Space и еще маленький патрулец с 2 пятерочками вичей взят, чтобы дрозарчика еще протащить в этот Real Space Raider сраный. И поскольку это Real Space Raider, я вместо своей любимой обсидиановой розы взял черное сердце. Ну, черное сердце тоже крутая темочка. Также хорошо реролить ту хит, как и реролить ту вунд. Ну, во многих случаях, да, практически так же. Плюс хороший баф для наемников. Архонт у нас бафает инкубов, реролит им единички прекрасненько. Плюс сами инкубы у нас повышают таблицу свою Power From Pain на один ход, что тоже классно. То есть они могут уже в первый ход адвансить и чаржить. Нам это пригодится. Это будет отлично. Ну и подмешал я сюда также гомункула, Ковен Дарк Крит, потому что гомункул по этому ковену нам нужен обязательно. Это отмена ауры, отмена обсеков. Супер мультитул, который всегда нужно иметь в своей ауре. В своей армии. Дальше у меня мастер Архонт. И вот тут вот такой первый нюанс. Я пошел на жертвы, поскольку у меня Real Space Raider и еще докуплен патруль. Я жестко проседаю по КП, и чтобы КП, командные очки, да, экономить, я не стал брать ему Джинблейд. То есть он просто у меня мастер Архонт с Хаскблейдом, и все. То есть, по идее, даже Хаскблейд на него можно было не брать, просто один Веномблейд, да и все. На нем, конечно же, есть Warlord Trait Ancient Evil, который заставляет драться последним. Ну и, собственно, и все. Больше он ни на что не годится. Мне не особо нравится вот этот Джин Блейд четвертой силой. Без рерола ту вунд это очень мало. Ну, подумаешь. Ну, будет он третьей силой драться. Вообще, большинство целей он один хрен вундит на 5+. Так что, невелика потеря, а сэкономленный Command Point, он иногда может тебя спасти. Вот, и также, да, у нас здесь и пятерки мандрейков, инкубы, все, в принципе, все как обычно. Сбросил я много ланцовых своих, точил, то есть у меня всего один равагер взят вместо двух, как обычно, и нету никаких скарджей, нету ничего такого лишнего, тупо. Ядро из дрожара инкубов и куча вичей. Вот такой вот у нас ростер. Ну, давайте уже окунемся в игру, так сказать. У нас первый тур. Команда против нас Magic Hands. Очень достойные оппоненты, очень сильные игроки, скилловые. Мне достался оппонент с некронами и расписка на целой куче стрелковых дестройеров.
И ну что ж, битва обещает быть интересной. Давайте посмотрим на расстановку, миссию и оппонента. Погнали! Первый тур питерского командника. И у нас тут некроны. Олег, привет! Краткий обзор по некронам. Вот здесь вот у нас врайты, десятка личей, дестройеры с Heavy Locust дестройером, еще пятерка дестройеров с Heavy Locust, вот, а там даже шесть, десятка личей, баржа с арбой, лорд с артефактной арбой, еще Хексмарк у нас в дипстрайке на перехвате, и вот здесь вот у нас еще немножко врайтов. У нас, естественно, да, приорити таргет миссия, и у нас... Равагер, 10 вечей, 10 вечей гомунку, 10 вечей суккуба, 10 труборнов, там 5 вреков стоит. А, у нас здесь 5 инкубов, 5 вечей дразар, 5 инкубов, 5 вечей архонт, и еще пятерка вреков здесь. О, я мандрейков забыл поставить, сейчас еще куда-нибудь сюда поставим мандрейков и начнем играть. А, миссии я озвучу. Priority Target, миссионку, я взял античетверти, я взял скрэмблеры, все, как говорится, по классике. А мой оппонент выбрал миссии? Да. Какие? Мы убиваем больше. Убить больше, окей. Мы поднимаем баннеры. Баннеры. И мы делаем миссионку. И миссионочка. Тут я напоминаю, что у всех Objective Secure и еще скаут-мувы будут. И бросок на первый ход. Бросок на скилл. Олег, ты 0.43. У меня 4. Ну что ж, неплохой результат. Против... Так, это шестерка. Нет. Да. Удачи! Вот такие вот некроны. Не супер обычные. Не часто ты встретишь ростер на такой стрелковой большой армии. Однако, вот эти вот дестройеры, если сейчас выйдут, да как всыпят, там камня на камне не останется. Поэтому в лодке я свои запрятал в лост-блоки. И какая у нас теперь тактика? Нам нужно перемолоть два отряда личей. Этим нужно заняться в первую очередь. Но дальше вот все, ты просто хотя бы один отряд вичек доставь до этих дестройеров. И все, и до свидания. Ничего они делать тебе не будут. В ХТХ они дерутся как попало. Это трупца, они вяжутся, они не могут отступать от вичей. Даже если они отступят, они потом даже и не постреляют. Говно полное. То есть нам сейчас два отряда вичей, личей надо как-то переживать. Естественно, они сейчас выдвинутся на нас, они будут занимать стол, они будут ставить свои сраные флаги. А чем нам молоть личей? Ну, во-первых, из ланцов постреляем на них. Во-вторых, отправим на них вичек. Вичек у меня выше крыши. Инкубов нельзя, не могу, не имею права инкубов, потому что личи их убьют просто. Инкубы личей не убьют. Четвертый инвуль скажет, что мы сейчас живем. А у инкубов инвуль шестой, поэтому с отмашки они просто сдохнут и не станет никого. А вички будут их держать и развлекать с таким же четвертым инвулем. Дешевые девчонки, ух, это будет что-то. Ну, естественно, там какая-нибудь суккубка с хлыстиками нам поможет. Ну, как-то так, как-то так. Давайте ждем ход оппонента и приблизительно поступим так, как я сказал. Замочим их вичами. Личей вичами. Вичей на личей. О, так. Некроны у нас сделали первый ход. Скаут-мувы и обычные мувы. Личи здесь выдвинулись, ставят баннер. Здесь личи выдвинулись на точку, ставят здесь баннер. А в райты у нас... Почему-то отступили, вот так. Дестройеры тоже отступили. Все вот у нас тут попряталось. Там врайты стояли вот так, они отступили, отошли. А, вот эти вот два товарища. Вот этот, он видел пипирку вот с этой лодки. Попал, пробил, но был инвуль. А, кстати, рерол потратил на то, чтобы попасть. И вот этот выглядывает отсюда. Также стрелял сюда и не пробил, к сожалению. Это был весь ход, теперь наш ход. Так, там 6 кп, у меня сейчас 9 кп. Мой первый ход. Я высадился из двух рейдеров. Вот отсюда высадился, из вон того рейдера я высадился вичами. Первые пошли сюда, почарджили. Вторые пошли сюда, почарджили. Гомункул вышел, суккуба вышла. Здесь вот этот рейдер с адвансом. И после адванса почарджи. Давай. Ему на овервотче навалили. Он в последней ране. Остался, сейчас его бьют в КТХ.
Так, здесь рейдер с свечами еще полный. Здесь труборны. Стреляли сюда. Сланцов вот отсюда. Отстрелили мы двоих. И еще троих убили в КТХ вечами. Так, мне 5 сейвов в тот рейдер. И это, возможен конец того рейдера. Так, один провалил, я это реролю за ЦП. Четвертый. А, выжил, сволочь. Отлично. Хорошо, объясняю дальше. Гомункул здесь отключил обсек. Мы почарджили суккубой, почарджили вечами. Вот здесь я не стал никуда ходить. Только в реками вышел с адвансом, встал на эту точку. Дальше у нас стрельба была ланцов. Стрельба вот этих ланцов в этот отряд. Одного отстрелили. Дальше я активировал вот этих вечей. Мы вырезали двоих всего лишь. Но никто не встал. Здесь в этом отряде никто не встал. Рерол тулунг подрубал. Здесь я потерпел поражение. Они перехватили. Но убили мне всего 6 вечей. В ответ одни... Вич убила одну, а суккуба убила до хрена, встал только один. Вот их здесь только четверо остается. Вот здесь сейчас рейдер пережил атаку. И можно ледачки кинуть, или они фирлесные? Да. Вот здесь. Пятерочка нас интересует. Ага. Я вот здесь контролирую миссионку на 3 очка. О, завалили да, ледак. На 1-2 мы бежим. Не-не-не, за каждую модель кидаешь 1-2. Раз, два, еще один сбежал. О, трое сбежало. Все-все-все-все-все-все. Трое сбежало на ледаке. Один остался. Ну, прикольно. Так. Ну и теперь здесь тоже надо шестерочку кинуть, и я тоже обрадуюсь. Но там прошли, там все отлично. Итак, я получил 3 очка. Вот здесь сорвал флаг. Все, теперь мой. Но первый ход для моего оппонента в принципе ничем таким особо интересным не увенчался. Он не смог взорвать мою лодку, да, по ней пострелял. Однако сделал очень такую большую ошибку на планировании. Он позволил моему одному рейдеру завязать оба отряда дестройеров. Оставил достаточное место, чтобы я смог поставить лодочку, развернуться и залучить оба отряда. Конечно, огребся на Overwatch, потому что я не мог проигнорировать Overwatch. Это ведь стратагема только на Cult of Strife, а рейдеры у нас по Blackheart. Благодаря Blackheart я смог вообще почарджить на первый ход после адванса. Отличная темка. Остался кое-как в одной ране, чудом пережил ответную отмашку. И что? А теперь некроны на свой второй ход выкладывают командный протокол на отступление и стрельбу после отступления. Вот это я обосрался. Сдал противнику рейдер. Вот просто так. То, что он сейчас пережил, и то, что я потратил одно очко на рерол сейва, вообще ничего не стал. Но зато вички покрошили личиков. Вичи личей нормально покрошили. В принципе, достойный размен. И мне это очень нравится. Перескорили там точечки. Партия развивается нормально. Плюс у меня еще масса армии в резерве. Ну, как в резерве. Ну, там, вся в деплойке, это, считай, такой резерв трудовой. Так что, если сейчас кого-то убьют, нам будет чем это все восполнить. Ну, в общем-то, и все. Смотрим следующий ход. Второй ход некронов. И что мы видим? Вот эти товарищи, естественно, подрубили протокол на отступать и стрелять. Отступили. Постреляли здесь, рейдер убили. Вот этот у нас пытался стрельнуть. Короче, первым делом стрелял вот этот. Оставил здесь одного в река. Дальше стрелял вот этот вот. И сюда 3 дамага пришло, он 3 ФНПшки откинул. Герой. Дальше у нас вот этот пытался стрелять вот сюда, ну еще пытался, 6 дамага нанес. В райты вышли отсюда, почарджили вичей. Ну, вичи там первые активировались, пытались пробить каких-то личей, но все сдохли. Дальше, здесь у нас вот этот мужчина пытался чарджить суккубу вот здесь, не дочарджил даже с реролом. Дальше в райты у нас почарджили вичей и суккубу.
Суккуба осталась в одной ране, потом она всекла, убила одну модель и одну заранила до конца, отступила вот сюда. А еще двумя атаками она здесь последнего личгарда убила. Вот, эти вички у нас вышли из ХТХ. И, собственно, все, стоим. Но эту точку мне перескорили, здесь вот мне тоже вичей убили. А я держу две точки, врег-герой, он держит. И все, мой ход. А мой оппонент получает одно очко за флаг здесь и убил мне два юнита. И миссионку он на три очка делает. Все. Что сделал? Вот здесь рейдер стоял, я из него выгрузил вичей, почаржил сюда. Сам рейдер с адвансом зашел сюда, почаржил. Я вот сюда вот поставил, чтобы вервоча не было, как в тот раз. Сюда зашел, повязал, типа, 8 ран осталось, две дырки потерял. Здесь у нас, так, дальше. Из этого рейдера высадились все, это вичи, инкубы, дрозар. Вот они мы сюда прошли, почаржили в райтов. Вичи тоже сюда зашли, зачарджили еще баржу. Суккуба подошла сюда, зачарджила вот этих вот дестройеров. Убила там 4 модели, одна встала. И она ушла дальше за стеночку, чтобы ее не замочили. Равагер встал на точку. Мы всеми лансами, всеми вот труборными отсюда стреляли по личам. Убили только двоих. Четвертый инвуль велик. Дальше, здесь зачарджил. Активировал суккубу первой, потом отступил. Здесь перехватили, убили мне всего две вичи, я минус один тухит прожал. Затем я прожал рерол ту вунд, убил двух, один встал. И здесь всех врайтов убил у нас месье Дрозарыч. Гомунку поставил две раны, молодец, сюда, в эту лодочку. Вичи ничего не сделали, гомунку потерял три раны. Все, я, значит, приорити таргет делаю на 3, античетверти сделаю 1-2, это на 4 очка. Скрэмблер, вот здесь у нас вичи стояли, я их поставил вот сюда, 6 дюймов от всех краев, поставили скрэмблер, вот они в драке не участвуют. Здесь, мне кажется, я эту точку перехватываю, но мы сейчас посмотрим. Все, я вначале держал 2 точки, получил 10. Ход получился довольно богатый на события. Мне понравилось, как оппонент мой разыграл в райтов. То есть обычно, если это такой прямолинейный некроновод, то он просто в первый самый ход скаут мув, мув чардж, и садит он этих врайтов буквально тебе на лицо, и ты с ними разбираешься. Но это не составляет большого труда на самом деле, потому что тут вся твоя армия в твоем деплое расстрелялись, кто-то высадил, почарджил, и все, от врайтов ничего не осталось. Ну, единственное, да, ты, конечно, занимаешься ими целый ход, там подстраховываться приходится, потому что то протоколы, то четвертый инвуль, а все остальные некроны тем временем потихонечку занимают поле и говорят, ну вот мы уже здесь стоим, точки скорим, ты нас иди убивай теперь, попробуй нас убей. Вот, ну в принципе некроны уже не настолько такие поехавшие, как они были в начале редакции, их есть чем убивать уже на самом деле. Вот, так что он этих врайтов сэкономил и выдвинул чуть попозже. Такой контрчардж ими сделал, прекрасный контрчардж. Но на этот контрчардж у меня нашлись силы на контрчардж. Теперь ему во что бы то ни стало нужно избавиться от суккубы. Я думаю, у него есть средства избавиться от суккубы, потому что она стоит там, хоть и зашла за стеночку, но она одна, никем не прикрывается. Возможно, как-то попытаться убить дрозарчика, но это утопия. И я думаю, из таких выполнимых целей он мог бы избавиться от вичек, которые десяточка вичей на точке, там, где стоят врайты и немножечко личгвардии. Вот, но надо подумать, как от них избавиться. Может быть, какие-то морталки насыпать, может, человека на барже подтянуть. Что-то такое надо сделать. Ну, давайте, смотрим дальше. Третий некронов. Вот здесь вот у нас что было. Эти не смогли отступить. Эти товарищи почарджили здесь двух вичей. А одна вич убила одного, но два лича их убили тоже. Дальше. Этот не отступал, стрелял по вичам, бил в рукопашную. Одна вич осталась, ледак прошла на единичка. Здесь дестройер лорд убил суккубу, почарджил ее. Здесь мы эти отступили, не стреляют. Эти воскресили двоих, обстреляли здесь лодку, уничтожили. Сюда не попал, не пробил. Что у нас здесь произошло? Здесь я не пробил, здесь я убил одну жопку и потерял две вичи. Нас тут сколько? Нас тут четверо против 1, 2, 3, 4, 5. Я эту точку
забрал. Мне опять пятнаха. А моему оппоненту тот ход было плюс 3 за убийство больше. Сейчас я потерял раз, два юнита. Два юнита потерял, надо два юнита врага убить. Поехали. Что у нас тут получилось? Значит, Труборнов высадил, стрелял. Стрелял все сюда, Ланса хотела здесь Heavy Destroyer убить. Кстати, вот Лансой, какой ты из Ланцов? Из Ланцов. Убил Heavy Destroyer. Остальные Ланцы стреляли вот здесь в Личей и никого не убили. Здесь мы отступать не стали. А что будет было дальше? Вот здесь мы постреляли в Личей. Вообще, супер отвратительная шутинг-фаза. Потом чарджили сюда, не дочарджили даже с реролом за ЦП. Вот здесь лодка стояла. Мы отсюда выдвинули инкубов и архонта. Они вот здесь, они почарджили сюда и оставили в двух ранах всего лишь, да? Здесь вичи вышли, зелененькие, и вот здесь они оказались, чарджили здесь лич гардов. Остался только один, убил двух вичей. Здесь у нас остался один в райт, убил никого. Гамунку у нас... кинул три морталки своей Poison Ensemble в эту телегу. Дальше инкубы зачарджили телегу, уничтожили. Дразар здесь вот зачарджил отряд дестройеров. Ушел за стену на консолидации. Архонт остался в последней ране, потому что ему две плюхи прилетело. Я кидал пятый инвуль, на третью плюху кидал второй инвуль. Вот, в общем, да, в последней ране остался архонт. За повторную активацию не смог. Инвули здесь божественные, поэтому этот остался в живых. Инкубы его тоже плохо пробили. Я заскорил точку миссионку. 5 очков получил по миссионке. Античетверти на 4 очка. Мой оппонент получил 3 очка, потому что убил больше, чем я ему. И сейчас у него 0. Я держу все точки. Ну, еще, конечно, важную деталь забыл добавить, что вот здесь высадил мандрейков, и они поставили скрэмблер. Хексмарк, к сожалению, не вышел, он сгорел. Уже четвертый ход моего оппонента, он его так и не вывел, забыл. Ну, бывает. Мне осталось скрэмблер поставить только здесь, но в рейке к этому готово. Да, вот что значит играть за Дарк Эльдаров. Ты вроде уже побеждаешь. Ты уже контролируешь все точки, контролируешь все поле. Тебе только дорезать кого-то недорезанного осталось. Но все равно твой оппонент выполняет миссию убить больше, чем ты ему. Вот это вот так работает. Да. Ну, отлично. Мой оппонент избавился от суккубы. Но какой ценой? В принципе, у меня вот именно фейсрольный механизм, который состоит из дразара и двух отрядов инкубов, там еще и архонт наподпевали, он идет и перемалывает все. То есть телега уничтожена... Дестройер уничтожен, остался Дестройер Лорд, и тут вот я уже пожалел, что не взял Архонту Джин Блейд, потому что он не может! Ну, на самом деле, он бы и Джин Блейдом вот эту вот чачу колупал бы на 5+, ну, а так было бы побольше. Вот, с двух отмашек, да, причем, Вундин-то он отлично, пятерки он накидывал, эх, вот, как из рога изобилия, но все же там, четвертый инвуль. Ну ладно, я даже не жалуюсь. Итак, у моего оппонента остались в рай, не в райты, ну да, в райт какой-то остался, отряд дестройеров у него остался, и теперь надо его как-то разыграть красиво. Нужно, я не знаю, мне кажется, Дразарыч стоит очень уязвимо, если бы подтянуться да расстрелять его, вот, а потом занять, заполонить ту точечку, да, приорити таргет свой, вот это был бы, наверное, хороший ход. Давайте посмотрим. Ну, четвертый ход некронов. Наверное, это последний ход некронов. В общем, что было? Парни вышли. Здесь стреляли по вичам. Один парень стрелял вичам, одну убил. Тяжелый чувак стрелял сюда в инвуль. Лодка неуязвима. Остальные стреляли здесь, инкубов уничтожили. Дальше инкубы уничтожили большого лорда. Здесь почарджили. Ни одну вич не убили. Вичи убили двух и одного в последней ране оставили. А вот этот товарищ просто отступил. И мой оппонент не убил меня ни одного, а я уже убил одного у него, вот там лорда. Ноль было по первичке. Ну и сейчас вот смотрим, думаем, что у нас остается на мой ход. Ну и четвертый ход Дарк Эльдаров. Тут, в принципе, все очевидно. Вот этими вичами я отступил от дестройеров.
Здесь эти парни расстреляли последнего врайта. У нас после стрельбы всех ланцов и пистолетов ядовитых с вот этих вичей остался последний дестройер. Здесь вот инкубы отошли сюда, зачарджили. И, скорее всего, они его убили. Мы это не кидали, потому что все очевидно. И остается подсчитать очки. В общем-то, я сделал кап почти по всем миссиям. Тут было очевидно. Спасибо за игру, Олег. У меня 45 по праймере. Так, вот результаты. Я замаксил все свои миссии, у меня получилось 87, у моего оппонента 27. То есть он два хода брал по 5 по первичке, дальше все кончилось. Два хода он мне убивал больше, то есть тут 6 очков. Два баннера и 3 миссионочки у него есть. Вот это 27 очков. То есть сейчас вот так вот поставим, чтобы... Вот так. Вот это его счет. Вот такие пироги. 20-0 принес команде 20 очков. Вот такой вот у нас результат. Да, еще раз спасибо моему оппоненту за игру. Но он, к сожалению, не стал делать, да, как я предположил. Он не стал кидать своих дестройеров, охотиться на дрозарчика. А мне кажется, оно того стоило. Но, судя по всему, вот этот вот лос-блок, да, и дрозарыч довольно близко к стене стоял, что, скорее всего, просто всем моделям мува не хватило найти линию огня по этому моему персонажу. Вот. Но, в принципе, если бы эти парни зашли туда, постреляли, и потом просто бы почарджили каких-нибудь инкубов, они бы перескорили свою точку, и он бы уже 5 очков на конец своего хода каких-то бы получил. Хотя нет, фигню говорю, он же первый ходил. На конец хода скорю-то я, как игрок номер 2. Ну ладно, в принципе, да, он попробовал вичей выкосить. Были хорошие шансы на то, чтобы выкосить вичей, но не удалось, вички выстояли и, к сожалению, ничего не получилось. Но в любом случае, игра была хорошая. Ростер, он, в принципе, интересный, да, но вот именно у некронов, да, ростер довольно интересный, но не здесь, не против меня, мне кажется. Не против меня, слишком уж... Много у меня целей было, да, под эти большие пушки слишком мелкие цели были у меня. Наша команда как отыграла? Мы проиграли команде Magic Hands, тем не менее проиграли с достойным счетом, учитывая того, что у нас, ну, игроки откровенно неопытные были, да, то есть там один игрок, да, вот у нас Эммануил за 1000 сынов играл, вот вообще его первый турнир. Вот, но, тем не менее, парни молодцы, я ими очень доволен. Поражение незначительное, и с таким результатом мы отправляемся во второй тур питерского командника. Увидимся через неделю, смотрите батрепчики, смотрите мой канал и ставьте лайки под каждым видео. Можно дизлайки, тоже классно. И оставляйте ваши комментарии, мне очень приятно знать ваше мнение и приятно с вами общаться. Пока-пока!